Вот они, эти две палаточки. Палатка MSR Freelight. Вторая, которая у меня появилась на замен, MSR Huba. Книжки, характеристики обеих палаток я напишу под видео. Не буду в это углубляться, на сайте это можно найти. Комплектация у палатки Huba, Huba NX на двоих. В принципе, та же самая. Это внутренняя палатка. Это колышки, каркас. Один с двумя хабами. И это тент. Сейчас я поставлю также чисто внутрянку, чтобы на сравнении можно было увидеть, какая же разница между Freelight и MSR Huba. Итак, MSR Huba. Как вы видите, ее не нужно растягивать. Смотрите, палатку Huba перевернула ветром. Потому что на самом деле, несмотря на то, что она стоит без колышков, ее все равно нужно закреплять, чтобы не было вот такой вот фигни. Ну, теоретически рюкзак, который вы закинете внутрь, утяжелит. Но, в общем, вот. В отличие от Freelight, который нужно вот закреплять одну часть на колышке, здесь раз хаб и два хаб. Соответственно, палатка свободно стоящая уже просто в процессе установки на каркас. Просто смотреть со стороны на нее, она выглядит больше. Жилое пространство явно у нее больше. Давайте посмотрим на них. Хубу, кстати, можно вот так передвинуть, перенести. Во, с фрилайтом такое не пройдет. Вот они вместе. Huba, Huba NX двушка и Freelight. Дуга у Хубы верхняя. Посмотрите, насколько больше. И здесь. Да, сразу видно жилое пространство, за счет чего сверху увеличивается. Она как бы, получается, расширяется, а здесь сужается. Она чуть-чуть повыше, насколько я это могу видеть. Пошире. По длине. Сейчас мы их вот так вот поставим. По длине одинаковые. Пробежимся по отличиям, за счет чего Freelight легче, а Huba тяжелее. На самом деле, я думала, из-за того, что у Huba дуг больше, то есть два хаба, за счет этого тяжесть. На самом деле, у Freelight дуги тяжелее, чем у Huba. У Huba они, во-первых, толще. Вот. Но при этом легче. У Huba дак алюминиевые. У Freelight они не подписаны, но, короче говоря, это тяжелее сама по себе, вот, дуга, чем у Huba. Дальше, вот эта фурнитура, посмотрите, какая она у Freelight. Она тоньше, меньше. У Huba она более жесткий пластик, шире. Шире и толще. И жестче. У Huba есть не только сетка. Вот я жаловалась, что у палатки Freelight я все время ее натягивала и путала местами тент, где две дырочки, а где одна дырочка. Там никак не обозначено цветом. А у Huba, у нее, чтобы не ошибиться, какой стороной натягивать тент, вот здесь, видите, красная у тента и серая у внутренней палатки. А с обратной стороны, наоборот, красная у внутренней палатки и, короче, серая у тента. То есть у нее имеет значение тоже, с какой стороны тент. Так что у меня она сейчас натянута неправильно. Плюс палатки Huba. У нее есть вентиляционное окошко. И все, делается вентиляция. Тут все можно оттянуть на оттяжечку. И все. Другая вентиляция у нее есть, если открывать палатку вот так вот сверху. Молния работает с обеих сторон. Здесь гораздо удобнее сделан тамбур, на самом деле, чем... потому что у нее открытие вот сюда. У Freelight
открывается тамбур из середины. И его обязательно, ну вот с утра, например, когда дождь, его вот так вот закручиваешь, и, короче, все равно все, блин, капает на тебя. А забросить его вот так тоже не получается, потому что здесь большой скат. А у Хубы, получается, открывается вот сюда. И здесь достаточно большой такой угол, и она просто не падает. И, в принципе, у Хубы, получается, тамбур гораздо больше и удобней. Ну, я так понимаю, здесь тоже нужно достаточно хорошо растягивать, чтобы нормально открыть молнию. Видите, одной рукой, короче, это сделать не получается. Да, можно и так потянуть. Так, как вы видите, там окошко вентиляционное. Здесь также можно сделать вентиляционное окошко. Здесь есть вот такая вот сеточная полочка. Как вы видите, она не до земли. До земли еще дофига места. И с другой стороны есть такая же сеточная полка. Вот она. То есть их две.